рыбалом ловим. Сегодня находимся на реке Трешни. С товарищем ловим. Вот. Могу сказать уверен, то, что от моих снастей сегодня не пострадало ни одной рыбы. Товарищ клюет, попадается. Подлещик, плотва, окунь. Сейчас мы подойдем и посмотрим, что мы ловим. Александр, похвалитесь, пожалуйста. Улов. Ну да. Попадается вот такой подлещик. Грамм по 250, по 300. Ловим на донке, ловим на удочке. На удочке попадается плотвичка, окунек. На донку, соответственно, у нас идет подлещик. От моих снастей сегодня не пострадала ни одна рыба. То есть я сегодня не поймал ничего. Вот, было пару нормальных поклевок. Ну, соответственно, пока я добежал, пока подсек, вот, все это никак не реализовалось. По крайней мере, это первый выезд в этом сезоне. Вот. Народ довольно-таки приличный. Сегодня суббота. Ловим, повторюсь, на реке Трешни. Вот. Пробовал я уже разные начинки, насадки. И все по-разному. И никак. Никак. Ну никак вообще. Не мое. Не мой день. Вот. Ну ничего, хотя бы отдохнули. Всем удачи, удачных рыбалок и хвоста не чешуи. Увидимся. И, соответственно, в конце рыбалки эпилог и фотографии сегодняшних уловов. Пока-пока. Наконец произошла поклевка, и знаете, кто это? Вот. Это целый подлещик. За день пойманный. Единственный. Пока. Мой друг, да вы оптимист, на.